Очень просто, быстро и вкусно. Замечательный суп для тех, кто не может в силу обстоятельств долго стоять у плиты, подойдет как детям, так и взрослым. Бывают ситуации, когда необходимо быстро и сытно накормить семью, а времени для особых кулинарных изысков нет. Как раз для такого случая предлагаю приготовить быстро суп. Суп получается легким, ароматным и питательным. Если есть готовый мясной бульон, берите его. Если нет, то добавляйте для навара сосиски, вареную или копченую колбасу. Овощи можно использовать любые. У меня готовая мексиканская смесь, в составе которой горошек, фасоль, морковь, перец и кукуруза. Попробуйте. Досмотришь инвидо, и я предложу записать список ингредиентов. Подготовьте все ингредиенты. В кастрюлю налейте масло, положите нарезанную колбасу или сосиски, обжарьте пару минут. Добавьте овощную смесь. Добавьте тщательно промытый рис. Подписавшимся, больше вкусностей. Налейте воду, добавьте соль по вкусу и варите после закипания 20 минут. В конце добавьте любую свежую зелень. Быстро суп готов. Приятного аппетита! Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Нам понадобится: колбасные изделия, 250 грамм, колбаса, сосиски, рис, 50 грамм, овощной ассорти, 200 грамм, заморозка, у меня мексиканская смесь, растительное масло, 1 чайная ложка, вода, 1,15 литра, соль, по вкусу, зелень, по вкусу, количество порций, 6-8. Ставим лайк и подписываемся, ваши отзывы очень важны. Заходите снова.